Живой? Да. Ой, блядь. Надо помочь, наверное. Вчерашний дождь сделал свой... Блядь! Скользко. Тебе больше газу надо снизу, и дальше тут уже... Авантис, это Авантис, детка! Не-не-не, не смотрите на меня. Тут же вроде инжектор, он должен заводить... Ну тут нежданчик, уже едешь, тут, бля, этот ступенька эта. Да. Огонек. Рученьки-то болят, да. Недельку, когда не катавши. Правда, оно не есть, но я могу здесь прилить. Хорошо. Но. Надо максимально сгибать скольжение и трение. Ну тут, кстати, ловушка даже может быть и больше, чем где-то вот здесь, вот, ну, здесь. Тут просто провалиться. Отсюда тут... классно, здесь трамплинчик сюда. Пим. Ну, оттуда отсюда уже согласен. Ускользко. Оттуда надо прям уже хорошую свечку поставить максимально.
здесь Шурик расхерачил свой мотоцикл. А я видел, да. Ему, конечно, а я такой иду, снимаю, думаю, дал. Наверное, пластика, Шурик. Думаю, не может быть, ну чтобы прям так совпало. Приезжаю такой. А ты свой давно продал? Еще не курва! В одном месте не догнал, пизданулся. Блять, я понял, надо либо пить, либо ездить. Два варианта. Сука, на ровном месте, на ровной тропинке за ветку какую-то рулем зацепился и ёбнулся. Думаю, да ну нахуй. Тебе, мне кажется, давление большое по крышке. Колеса? Тебя прям подкинуло так, фух.
Не избавляй никогда газ перед препятствием, наоборот, больше открывай, и чтоб перед поднимал. Оно должна быть изначально, ну, туда больше отжато. Оно, ну то есть оно, не, наоборот. А, ну, бля, трубу такое... погнуло. И оно не дает ей назад. О, нормально. А что, так тоже можно было? Нормально. Бля, что я не снимаю? Где был мастер, блядь? Че? Я не снимаю, блядь, стою. Мастеров сегодня было, блядь. Я далековато был, хотя все равно не удержал бы за колесо. Чисто за это. А, ну тут все прошники, что я тут удивляюсь, Вальфи думаю. Главное на второй прокатиться, гладко поворот, чтоб тебя не сдернуло. Более-менее ходик набрать. Чуть-чуть не хватило, просто больше открывай, там хода снизу. Чуть больше скорость, чуть-чуть. Больше скорость. И не газуй в повороте, держи ровно. А, вот так вот? Да, вот после вот этого вот делаем сейчас, надо примерно открываться. Yeah.